Всем привет, детишки! С вами я, разработчик нового Battlefield, и поскольку мое имя известно лишь 3,5 игровым журналистам, то я не буду его называть. Зовите меня просто за кадровый голос. Вы все уже, наверное, видели трейлер к новому Battlefield Hardline, но сейчас я вам честно расскажу о том, что это за игра и как она будет выглядеть в итоге. Кстати, между собой, командой разработчиков, мы называем новый Battlefield просто Омана. Почему Омана? А потому что мы сидим такие в офисе. И Омана! А почему Battlefield должен вообще конкурировать с Call of Duty? Это же бессмысленно. То есть вот, они каждый год делают говношутер, и мы делаем говношутер, но они почему-то зарабатывают больше. Так что Battlefield теперь не конкурент Call of Duty. Battlefield теперь конкурент Counter-Strike, Payday, GTA, симулятору грузчика и прочим играм, которые выходят раз в несколько лет. Но их-то мы уж точно обгоним по продажам. Так что теперь никакой серьезной войнушки, только копы и грабители. Впрочем, это не значит, что вы не сможете устроить покатушки по шоссе с машинами, мотоциклами, вертолетами и очень нужными при ограблении бомбардировщиками. Как это тупо, во что я ввязался. Игровые режимы. Режим ограбления, где вы с друзьями можете грабить банки. Режим спасения, где вы с друзьями можете спасать заложников. Режим погони, где вы играете за нетрезвого водителя. И режим кровавые деньги, где вы защищаете кучу денег, в которой потом будет лично купаться глава Electronic Arts. Ах да, еще у нас есть синглплеер, где есть вот такой чувак, похожий на этого актера и еще немного на этого актера. Мы решили, зачем платить Кевину Спейси, когда можно просто соединить несколько фоток и создать главного героя. А еще в сингле есть что-то наподобие сюжета про копов, грабителей. Может быть, будет даже драма, может быть, будет даже интересно. Негр! Короче говоря, падение серверов и долгое ожидание патча... То есть, релиз нового Battlefield'а, как всегда, назначен на эту осень. Готовьте свои денежки и покупайте премиумы. Кстати, у нас еще есть аналог VR-миссии из Metal Gear Solid. Ну так, к слову. Купите эту игру. Купите, пожалуйста.